труде нашем Ты сохранил нас. Милостью Твоей, Господи, Ты позволил нам сделать то, что сделано. Хвала Тебе, что нигде неправильно поступили. Прости нас, Господи, по неведению нашим. Тебе, Боже, хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Ну, садитесь. Во славу Божию. Так, где? Обратите внимание, что Россия, мы не крестимся. Мы скажи, как крестимся. Я пока не можем. Ну, готовится ужин. Сегодня у нас 8 июля 2022 года, пятница. Сестры ухаживают, готовят. Сегодня кто готовил, мы благодарны. Так, сегодня надо сказать пятница. 8 июля 2022 года. Гости, большие, маленькие. Тут Геннадия Павловича Шерсобитова. Мед сотовый, он очень полезен. Там и перга. Чистый. Люди проверены 100 раз. Вот, понимаешь? Все, пожалуйста. Поел, чашку вырезал, показал, все. И никого еще не остается. Вот видите, какое братство у нас. 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас 10 человек на одной скамейке сидит. На одной, ну на другой 7. А вот бегает еще один, будет 8. Так, мед удали ему. Как-то сделайте, чтобы у него не запачкать. Ему это очень полезно. Вот как. А то говорят, люди не ученые. Все ученые, все знают как. Мы все вас помнили, молились, ждали. Вам показали, где будете? Да. Прекрасно. Там все есть. Колодец рядом, можно включить. И все остальное. У нас работа была сегодня большая. Так, Сергей, 2 дня осталось тебе. И все, что тебе было сказано, если будешь крещеный, все ушло, как бы не бывшее. Спасибо.